начинается с того, что в логово авантюриста врывается мальчик и говорит, что на деревню напала черная гадюка. Почти всех. Привет, сегодня я расскажу про такое аниме, как Мимимишка. Аниме вышло в жанре приключения, комедия, фэнтези. Сюжет аниме начинается с того, что в логово авантюриста врывается мальчик и говорит, что на деревню напала черная гадюка. Почти всех съела, и тут объявляется девушка в одежде Мишки. И так начинается история. Опенинг и эндинг довольно приятно слушать, а также очень интересно наблюдать за персонажами. На этом все, всем пока, увидимся в следующем видео.